Bene, innanzitutto vi ringrazio di essere qua questa sera. Ну, хочу сказать, во-первых, всем спасибо за то, что вы пришли сегодня. Piani di lavoro, ecco, salutare Christian Padar, questo giovane И apposta che è arrivato. перед тем, как начать отвечать на вопрос, мы бы хотели поприветствовать в команде Кристиана Падара, нового игрока. Ringraziare Dennis Bogdan perché è stato il capitano che in questi due turni di Coppa di Russia ha dato una grande mano alla squadra. Хотел бы поблагодарить Дениса, который исполнял обязанности капитана на первых двух турах Кубка и этим дал довольно-таки ощутимую поддержку остальным игрокам. Adesso passa il testimone, passa la fascia a Yegor, a Kliuka, che Сейчас он передал эти обязанности свои Егору, sarà il nuovo capitano in attesa che rientri Igor. который сейчас у нас будет капитаном до тех пор, пока не вернется Игорь Колодинский. Ну, планы на сезон, скажем так, у нас сейчас максимальные, они всегда максимальные, как минимум стать на ступеньку выше, чем в прошлом сезоне. Наверняка разобрали игры с Уралом и с игрой Санатлор. Это же ему вопрос, я так понимаю. Да. А в чем причина, собственно, поражений и как можете прокомментировать нашу группу в полуфинале? Стали bravi nei momenti finali del set contro Уфа e contro Самутро. Это, естественно, мы разбирали эти игры, и как он считает, что, к сожалению, наши поражения были из-за того, что мы были не очень хороши, скажем так, в концовках, решающих моментах партии. Sarei preoccupato se fosse alla fine della stagione. То есть, ну, опять же, он как бы не сильно переживает по этому поводу, потому что можно было переживать, если бы это был конец сезона. То есть это начало сезона, это предварительный этап, то есть времени исправить все это еще достаточно. На этапе Кубка в Москве получил травму Дмитрий Волков. Вот, пока нету сроков точных по его возвращению в команду, но врачи делают все возможное. Я думаю, что в ближайшее время вся команда будет в полном составе. А Игорь? Аналогично. Все проходят лечение в Москве, восстанавливаются, работают с тренером персональным по общей физической подготовке. Все под присмотром. У нас тоже сейчас только приехал пресс-юри, которого тоже давно ждали. Вот неделю он уже с нами. Lui molto stanco dopo Понятно, что он la Coppa сейчас del там Mondo. не в идеальных кондициях, потому что отыграл Кубок мира. Giappone. Играл он там, в принципе, все игры. Турнир довольно-таки тяжелый. Опять же, разница во времени, акклиматизация. E va avanti, sa come risolvere i problemi. Но опять же, мы являемся командой, которая всегда идет вперед и при этом знаем, надеемся, что знаем, как решать такие проблемы. Una squadra forte dentro la nostra. В принципе, команда готова. Он считает, что команда у нас сильная. И самое главное, что команда сильна, скажем так, наверное, внутренним духом своим. Вопрос к новому игроку. В новом коллективе всегда тяжело вливаться. Как тебя приняла команда и насколько ты себя комфортно чувствуешь? I'm happy because we have a very young team and young team always have a big potential. I think we have young and great players with good eager. So I'm very happy in the team. Everybody was friendly, so I could get into the team very quickly. And I'm looking forward for the season and I'm expecting good things. Я уж точно не принял как старший наставник, потому что я самый младший всех тех, кто пришли, поэтому да, младший наставник. Вообще никакой. E spero che i nuovi arrivati, И очень nuovi надеюсь, что те giocatori, игроки, которые пришли в этом сезоне, subito hanno questo abito nostro del то Fakir. есть сразу как бы поймут этот дух командный, подхватят это знамя. Какая философия Куба? Кто может ответить? Всегда побеждать. Идти только вперед и не оглядываться. Состав стартовый расскажете или нет? И что знаете о сопернике? Io posso dire che sicuro due giocatori giocano. Andrei e Roman. Можно точно сказать, что я и Андрей Жариков будем играть. То есть мы не встретим среди молодых ребят суеверных, которые не бреются перед началом игры, Не, я бреюсь. выкладывают много встретите. волоса. Все спортсмены суеверны. Суеверны, да, Роман? Абсолютно.